Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Сегодня у нас будет видео, которое посвящено, конечно же, пляжу. Вы же приехали, друзья, на море, значит, где нужно нам быть? На пляже. Пляжик я вам покажу, наверное, чуть-чуть позже, потому что много народу, не хочется всех светить, скажем так, в камере. С утра покажу более так подробно, с близкого расстояния, пока издалека показываю пляж. Откуда он начинается? То есть речушечка, и плавненько пляж у нас идет вот до, скажем так, того дерева такого, которое вы видите, да, вот. И лежаков, собственно говоря, сейчас хватает, все нормально, море теплое. Вот здесь видите, сколько народу купается. Сейчас сегодня у нас 7 октября 2020 год. Находимся в поселке Кушадасы. Смотрите, какого чуда поймали тут. Это у нас что? Крабик такой? Крабик, да? Крабик. А у тебя что? У тебя ракушки и рапаны. Такие. И рапанчики. Вот их. О, какой классный рапан, большой. Да, и это все можно вот здесь половить, в этой части. И тут тоже много рыбы, кстати. Много рыбы. И в этой речке тоже много рыбы. Друзья, водичка прозрачная. Сейчас уже вечер, и вот под вечер вот приносят сюда вот такие водоросли. А с утра вообще, то есть штиль вообще. Ну сейчас тоже можно сказать штиль, да? Но с утра вообще вообще волн никаких нет. Как говорят, Эгейское море с утра спокойное, а вечером уже небольшие волны есть. При пляже ходят вот такие котики, которые мяукают. Их тоже можно увидеть и где, и тоже в ресторане. Они любят питаться там лаками совсем. На пляже имеются, да, вот такие перила, для того, чтобы удобнее было войти в море тех, кто инвалиды, например, да. И вот сама территория такая пляжа. Небольшая, но весь народ умещается на ней. На выходе из пляжа имеются такие душки, где можно помыться. И вот, друзья, море, моречка, последние денечки теплые в этой части Турции.
Да, друзья, обзор пляжа не удалось мне вам как бы нормально показать, когда солнышко светит. Такой шум моря. Сегодня море волнуется конкретно. Смотрите, друзья. Очень-очень большие волны. По сравнению с прошлыми днями, это вообще что-то нечто. Потому что в прошлые дни было море спокойно. Да, вечерком были такие волны небольшие. Но сейчас это, можно сказать, шторм какой-то. Но кому-то это очень нравится. Сегодня у нас последний полный день. Завтра мы уже в 12 или в 12.20 улетаем. Ну, забирают нас, точнее, из отеля. Очень удобно, кстати, потому что 12 часов выселения, да? И как бы нас забирают. Очень-очень классно. Вот. И сегодня нам погодка предоставила вот такую картину, да? Сейчас на пляже реально получается один ряд лежаков. Один ряд лежаков, друзья, было три ряда лежаков. Три ряда лежаков. Сейчас только один. Поэтому народу тут так как бы и немного. С другой стороны, получается, уже смотрите, солнышко. Где? Скоро у нас будет закат. Красивый закат. Очень классные здесь фоточки получаются. Вот. Но сегодня вот такое у нас моречко. Вот. Пляжик, конечно, не такой, как он обычно. Один ряд. Всего лишь один ряд лежаков. Вот приходится вам показывать его, когда уже, извините меня, на море качка, да, такие волны. Мы находимся в поселке Кушадасы. Это Турция, и отель называется Эфесия Holiday Beach Resort. Смотрите, в принципе, пляжик довольно-таки обширный. Сейчас на пляже, естественно, никого, кроме меня, нету, потому что, ну, я не скажу, что холодно на улице, да, просто дует такой ветерочек, да, с моря. Но я вот только что купался, в принципе, водичка довольно-таки нормальная. Ну, друзья, все вот по барам, ресторанам, вот это вот у нас рядышком здесь, я вам показываю, это бар на пляже, там все тусуются и наслаждаются шумом моря. А я вам показываю, какой же тут пляж. Скажу вам так, что в тот момент, когда в субботу-воскресенье не приезжают турецкие граждане, все замечательно, мест всем хватает, лежаки можно и не занимать с утра. Самое интересное, можно занимать лежаки, начиная с 8.30, да, то есть это вообще нонсенс, да, там в Египте это надо чуть ли не в 7 утра это делать, то здесь 8.30 и никого на пляже нет, никого на пляже. Просто вы занимаете, ну, как бы лежачки, ложите полотенчики, да, и это полотенчики у нас будут на лежаках лежать, и вы уже будете более комфортные места занимать. Так, ну вот смотрите, я вот иду так постепенно, и май же уже конец пляжика, да, смотрите. То есть, в принципе, пляж небольшой, но и отель такой тоже небольшой. Есть много локаций, да, то есть локации, которые возле бассейна. Бассейнов несколько. Возле каждого корпуса тоже бассейн. Ну, короче говоря, очень все... Ну, нормально. Кто хочет возле бассейна отдыхать, кто хочет возле моря. Допустим, вот под конец сезона, то многие, конечно же, тусуются возле бассейна. Мы любим море. Какое бы оно ни было, я всегда купаюсь. Приехал, надо купаться, надо. Ну, друзья, вы же приехали на море, а не к бассейну. Бассейну можно и где-то у вас, в родной вашей стране отдохнуть. Да, а на море нет, друзья, на море надо приезжать и купаться, да. Вот тут, я смотрю, детки какие-то такие сооружения на песочке сделали. А я вот уже подхожу к концу пляжа. Конец пляжа, ну вот, вот, собственно говоря, и все. Вот такой вот пляжик в отеле Эфесия Holiday Beach Resort.
Вот, показываю вам с этой стороны. Друзья, ну на этой прекрасной ноте я прощаюсь с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и путешествуйте в любую страну. Потому что это очень классно, это море впечатлений. И это запоминается на всю вашу жизнь, оставшуюся. Да? Поэтому, друзья, всем пока и до скорых встреч. Не забывайте подписываться на канал. Пока!